Фильм «Живые сердца» сегодня представили слабовидящим петербуржцам. Благотворительный показ прошел в ДК Шелгунова. Документальная лента как раз рассказывает о жизни людей, потерявших зрение, и входит в программу кинофестиваля «Северное сияние». Мы ведь часто проходим на улице, торопясь по своим делам, мимо тех людей, которые имеют те и другие какие-то физические недостатки, тех и другие инвалидов по зрению или по каким-то другим либо органам. И мы часто за своими делами и не видим этого. И этот фильм дает возможность нам всем обратить на это внимание. Фильм сняли по одноименной книге 13-летнего Михаила Самарского. Благотворительный фонд с таким же названием «Живые сердца» подарил слабовидящим воспитанникам детских домов и интернатов тифло-флеш-плееры. Это устройства, которые позволяют смотреть кино людям с ограниченными возможностями. Акцию приурочили к Международному дню слепых.